пышные кусты гортензии, лопаты, свежая земля и, конечно, хорошее настроение. Активные жители города собрались вместе, чтобы озеленить улицы городского округа. Сегодня у нас день зеленых действий, поэтому мы посадили гортензию на этой вот площадке, которая начинает благоустраиваться. И эта акция будет дальше продолжаться. Цветы высаживали с любовью и заботой. Как говорят эксперты, этот кустарник хорошо приживается в открытой почве и цветет с начала лета и до поздней осени. Также гортензия хорошо переживает зиму и в первые дни лета начинает радовать химчан красивыми цветами и приятным ароматом. Благоустраивается у нас территория в городском округе Химки. Хочется, чтобы они были зеленые, красивые, поэтому мы сегодня такой замечательный кустарник, гортензию высадили здесь. В рамках этой акции международной, надеюсь, жители присоединятся к этой акции и высадят свои кустарники, свои деревья в своих дворах. Акция «Дни зеленых действий» прошла в рамках партийного проекта «Чистая среда». Во время акции жители разных районов городского округа высаживают во дворах деревья и цветы.